На заседании регионального правительства дали старт новой программе «Комфортный край». Так, на ближайшие 3 года сформированы основные направления – ремонт и строительство домов культуры, благоустройство улиц и школьных дворов. Заявились практически все муниципалитеты, а общий бюджет приблизился к 7 миллиардам рублей. Мы понимаем, что в регионе строится достаточно большое количество школ, но при этом школы, которые были построены в советские годы и в 90-е годы, конечно, дворы оставляют желать лучшего. А для нас, и мы понимаем, все педагоги это говорят, что школьный двор – это элемент образования детей, поскольку это и спортивные активности, это и благоустройство, это лицо школы. Дмитрий Махонин поручил обеспечить обратную связь с жителями муниципалитетов в плане контроля над реализацией задуманного. Будут привлечены общественники, Народный фронт также задействует интернет-ресурсы. В первую очередь это будет все на портале «Управляем вместе». Это всем знакомый портал, где у нас там же размещаются все и проекты инициативного бюджетирования, и самообложения. Поэтому люди знают, люди готовы там оставлять свои комментарии и осуществлять некий такой контроль и следить за тем, что воплощается на их территории.